Анастасия, поздравляем с выходом в финал. Очень важное событие. Играете в Петербурге, дома. Большие трибуны, огромный стадион. Как ощущение, как предвосхищение? Ощущение супер, особенно сегодня, когда мы там зашли в раздевалку. Все... Хорошо, что сегодня зашли, потому что если бы зашли завтра, для нас бы это было, наверное, таким шоком. Очень круто. А что в раздевалке, ощущения какие были, что видели? Что там мужчины сначала играют, а теперь вам доверили это? Ну, возможно, и это, и вообще сама организация, как устроена раздевалка, все очень интересно и на топ-уровне. Там фамилии зенитовских игроков? Нет, нет, там наши фотографии сделали. А сейчас сделали? Да. А, думаю, если фамилии, то можете сказать, кто из мужского футбольного «Зенита» ваш фаворит? Мне очень нравится Вендел. Такой вопрос. Я уже у всех это спрашиваю, но это важно. Впервые, наверное, в истории российского футбола женщины будут играть на таком огромном стадионе. То есть на уровне сборных это еще как-то... Ну, даже, например, там, сборная США, естественно, играет на огромном стадионе и собирает, бьет рекорды. Это как бы нормально. А для российского футбола это что-то из ряда вон выходящее. Вот у вас какие вообще эмоции? Гордость там за женский российский футбол? Конечно, гордость. И, ну, это непередаваемые ощущения, потому что только там девчонки, которые играют, начинали там с каких-то вообще низов, и все знают, как, на каких стадионах мы играли, и когда ты выходишь на такой стадион, мне кажется, это мечта. Скажите, пожалуйста, приходилось вам играть на таких больших стадионах? Таких больших, ну, наверное, нет, но я помню, мы играли там в финал Куб, когда играл за другую команду, мы играли в Калининграде, по-моему. Мы играли на стадионе «Балтика», я не знаю, сколько там вместимость, но там был полный стадион. Как бы. А то, что будет, возможно, не один десяток тысяч, и ваши питерские болельщики, будет это давление на вас какое-нибудь оказывать или наоборот? Ни в коем случае. Положительный фактор? Да, только положительный фактор, потому что это совершенно разные ощущения, когда ты играешь. Во-первых, дома мы играем, это... и плюс, если будет очень много людей, это супер. И то, что вы чемпионы, и в этом году положительный баланс ЦСКА, есть ощущение, что фаворит этого матча? Вы знаете, я уже говорила, что это кубковый матч, это финал, и здесь нет такого. То есть это совершенно новое, ну, как бы новый этап, другой вообще, это никак не связано ни с чемпионатом, ни с чем. Поэтому будем совершать на поле. Коллеги, спасибо. Можно фотографировать.